Так, снова всем привет. В этом видео будем устанавливать видеомагнитолу двудиновую на Ford Fusion с такой вот панелькой. Также камера заднего вида и на рулевой этот где-то штука. Короче, вот такую вот еще одну штуку на руль, мультируль так называемый. Что-то у нас потерялось ну ладно, найдется. А и еще такие вот огонечки на бампер. Лишь бы куда, при включении зажигания, чтобы все горело. Ну что, все, погнали, будем разбирать. Подключить, используем специальный разъем, переходник для форда. Вот. Ну тут, думаю, любой разберется, воткну два штекера сюда и воткну два штекера туда. Также, если хотите слушать радио, вам понадобится переходник с штатной антенны на китайскую, так сказать, стандартную уже почти, вот, либо колхозить что-нибудь. Также у нас здесь был такой разъем, вот эта фишка пока у нас не задействована. Так, господа, и самое интересное теперь, как подключить камеру заднего вида к штатной автомагнитоле, ой, то есть не к штатной, а к нашей тюнинг-мега китайской магнитоле. Так, в чем здесь была загвоздочка? В комплекте с ней идут такие разъемы. Нам нужен переходник. В данном случае установлен для форда ее. И в этой проводке не было этих проводов. Пришлось найти опять эти провода и перепиновать их сюда. Итак, и в чем теперь смысл подключения? Думаю, любой перепинует. Отсюда, вот где он был, куда надо, воткнет. Еще раз покажу, как это должно выглядеть. Вот так вот. Вот эти три крайних провода, которые торчат отдельно. Их здесь не было. Итак, нам нужен основной розовый провод к камере заднего вида. При этот провод называется реверс. Когда на него подается плюс, тогда включается режим камеры заднего вида. Также у нас в комплекте идут такие вот тюльпанчики с такими вот проводками. Вот один с одной стороны, второй с другой стороны. Розовый провод мы соединяем с этим красным проводом. Вот здесь вот. Вот здесь соединяем розовый с красным. Также на камере, на тюльпане имеется такой разъем. Это у нас плюс. Соединяется к задним фонарям, куда угодно. Вот. Это к минусу. Минус должен быть постоянный. Ну, может быть постоянный. Плюс должен отключаться. Главная фишка. И вот этот второй красный провод соединяем вместе с ним. Когда, если у вас, допустим, управляется минусом фонари, то нужно там все будет переделать, релюшки кинуть. Это очень редко бывает, конечно, в основном управляется плюсом. Поэтому нужно будет вот эти два провода кинуть на плюс, на лампочку заднего хода. Этот на минус, на постоянном. Если вы кинете на постоянку плюс куда-нибудь, то у вас будет всегда гореть подсветка. И как бы камера будет всегда активна, ну, умирать. А там не будет изображения. Вот, и в принципе весь секрет. Вот так вот. Оп, это сюда мы подключаем. И сюда подаем плюс. И все загорается подсветка. И автоматически выводится режим камеры на мониторе. Конечно, я проверил, но тяжело одной рукой все это показать. И что, дальше устанавливаем магнитолу Ford Fusion. Также в разъем, вот этот вот крайний. Can-in, can-line, там что-то такое написано, непонятно в общем. Ну точно вроде не конлайн, кан-ин. Вот. А на видео аут ничего не работает, на всех других тоже ничто не работает. Вот. Итак, господа, проверка. Включил зажигание. Оп, заднее. Оп, камера работает. Оп, нейтралка. Оп, сразу вот так. Итак, пойдемте покажу, как я все сделал. Смотрите, так как у нас хэтчбэк. Фонари здесь, они в крышке, и придется тащить кучу лишних проводов через крышку. Поэтому делаем все по-хитрому. Чтобы пропустить через все эти кишки, режем кабель. Ну, как бы все равно вам придется резать. Итак, здесь есть три провода. Черный, это как бы наружка тюльпана, внутрянка плюс, так сказать, желтый. И еще красный провод, это плюсовой, который идет дополнительно. Итак, его мы, так как уже тюльпан будет у нас в крышке,
цепляем на плюс с питания камеры. Так сказать, мы будем вот этот отрезок кабеля использовать просто как шину, перекидывать плюс на крышку, чтобы не кидать дополнительные провода. Делаем такой, таким вот образом. Минус, просто на минус цепляем. Ну, это пока все временно. Проверка. Так, здесь у нас мы кидаем дополнительный плюс на красный провод. И он идет у нас к фишке задних стопорей. К плюсу. Так как у нас управляется здесь все плюсом. Даже стопарь снимать почти не пришлось. Начал снимать, потом добрался, смотри, до фишки. Вот. Все аккуратно уложится. Просто идет плюсик сюда у нас. Режется провод, соединяется плюс. Этот кабель получается как просто перекидывает плюс сюда. Вот, и все. Как бы можно сделать даже камеру от габаритов запитать. Но смысл, тут своя лампочка есть, как бы вот. Не буду вас запутывать. Также кабель прокидываем по крыше, по верхним стойкам, так как здесь нет снаружи, ну как, шторок, подушек. Поэтому можно сделать и так. Не по низу. Если бы у вас были подушки в стойках, то лучше все кидать через низ. Вот. И что еще? И все. В принципе, останется там только все засверлить. Но я думаю, не буду уже показывать, как продеть провода, там снять крышку, засверлить. Вот. И все. Где-то вот здесь рамка будет вся меняться. Будет новая устанавливаться. Вот это. Ну и что? Как бы вот. Вот так. Так, всем привет. Была такая проблема с проводкой в данном автомобиле. ВАЗ-2104, 07, 05, все одинаково как бы. При трогании потухла приборка, ну, приборная панель освещения, как бы сказать, габариты, подсветка приборной панели. Вот. И все. И рылись везде, искали, в чем причина. А причина оказалась в очень веселом вот этом вот уроде. Фокусируйся на номере. Вот, короче, вот эта лабуда стоит вот здесь. Освещение бардачка. Выпал вот этот концевик конченый. Фокусируйся, вот. И там, вон, внутри. Все коротило, короче, нахрен. Сгорел один предохранитель, поменяли на второй, на пятнашку. Пятнашка сгорела, потом поставили тридцатку. И сгорели тут куча дорожек внутри сразу, штуки 3-4. Вот, пришлось снимать блок предохранителей, который находится вон в той вон дырке. Это надо показывать? Я не знаю. Вот, короче, если у вас сгорает предохранитель на габариты, проверьте вот эту лакшери функцию в бардачке, да, в этом, и все. И закрывайте все это обратно.